Зажигательным во всех смыслах протестом 54-летняя женщина решила выразить свое недовольство размером пенсии. По словам очевидцев, она была возмущена суммой государственной выплаты. Женщина облила двери учреждения на Ришельевской горючей смесью и подожгла. Распространению огня помешал пожарный расчет, прибывший на место происшествия. Обошлось без пострадавших. Для акции женщина выбрала праздничный день 8 марта. Фонд тогда не работал. Учитывая незначительное повреждение, полиция еще решает, привлекать ли женщину к ответственности и какой именно.